Всем привет! В очередной раз распаковка двух посылок из Китая. Одна в почтовый ящик была закинута, а вторая сходил, получил на почте. Даже не знаю, что тут может быть. А, даже так. Она еще поэтому не пришла. Мышь. Вот такая вот мышь. На щуку я брал, перед этим лягушку я распаковывал, а сейчас у нас мышь. Ну, крючки, честно говоря, один более-менее, второй туповатый. Ну и размер у нее не маленький. Нет, так нормально. На хорошую щуку. Ну, думаю, с килограммчик щука будет на нее брать. Вот такие вот еще прикольные эти лепесточки. Классно. Я ее 100 чем-то. То ли 110 рублей она стоит. Где-то около того. Правда, вот тут вот под крючки пазы есть. И этот крючок как-то... А, или крючки сами погнулись. Ну, вот так. Не, классно. Такой упаковки. Такая вот фирма. Так. Без рекламы, без рекламы. И вторая. Надеюсь, тоже какая-то должна быть приманка. Потому что у меня там всякие фигни заказаны. А вот это не приманка, это фигня. Так, ну все там пусто. Так, тут посмотрим. Здесь тоже пусто. Вот такой вот. Ну, это я на работу себе заказал. Для ключей. $50 она что-то того стоит. Нет, так-то... Ну, сколько она? Сантиметров 80, наверное, растягивается. Карабинчик, правда, какой-то. Фиговый. Вообще, что это за карабин даже и не... Вот так вот. Это можно поменять будет. Ну, как-то так. Ну, главное вот это вот. Ну вот еще должны две были посылки прийти. Но они как бы пришли, но еще уведомления не было. И на почте мне их не отдали. Все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся. Всем пока.